Играй, все круто, всем привет, ребята. И сейчас будет то, от чего вы офигеете, потому что я от этого решения просто офигела. Но это будет очень круто, поэтому меньше слов, больше дела. Погнали! Ауа! Вот так. Да, я сама в шоке. Мой образ еще не закончен. И сейчас вместе с вами мы будем его заканчивать. То есть это не полноценный блонд. Тут еще какие-то выпадают красные штучки, выпадают зеленые. Они и останутся, но мы добавим кое-что суперинтересненькое. Меньше слов, больше дела. Погнали! Равняться мы будем вот на эту фотографию. И на эту прическу, чтобы по итогу получилось. Да-да, я знаю, ничего не говорите, я знаю, кто на ней изображен. Просто прическа очень крутая, ничего это не значит. Погнали! Сейчас я буду красить свои волосы в совершенно другой оттенок, который я еще не пробовала, так как на мои предыдущие волосы никогда он не мог лечь. Я хочу посмотреть, как это круто выйдет. Вообще, в моей жизни есть такой потрясающий продукт, как колориста. И вообще, все-все-все всегда волосы я крашу только им, вообще только сама, потому что это очень удобно, это очень классно, и без всяких затрат на особо какое-то время мы просто берем... Открываем баночку, достаем перчаточки, достаем непосредственно сам колориста. А не забудьте то, что когда вы краситесь, нужно надеть футболку, которую вам не жалко, и поверх полотенчика, чтобы уж точно все не загрязнилось, наша шея не покрасилась, и все было chicks and dogs. Так, мы одеваем перчаточки. Бальзам наносится на чистые, это есть, сухие. Это есть волосы. И смывается просто обычной тепленькой водичкой. Не надо никаких шампуней. Подержали 20-30 минут, в зависимости от того, какую хотите интенсивность. И все, детка, ты просто космос. Я буду делать себе амбре, потому что мне нравится моя красная белая голова наверху. Буду закрашивать зелененький. И мы берем пинцетик и понесла. То есть вы распределяете это дело на то место, где вы хотите видеть результат окрашивания. Блондинкам подойдут пастельные и нежные оттенки лавандовый, розовый или персиковый, а брюнеткам яркие и насыщенные паприка или бургунди. Поэтому я теперь... Эй, детка, я теперь блондинка! Ждем полчаса, пойду пока сделаю себе завтрак. Как это классно! Вау! Так, начнем заплетать нашу плечо. С моими ногтями, конечно, не проделаешь, но оно выглядит вот так. Как-то так. Пишите, понравился ли вам мой новый образ, пользовались вы вообще колористы или нет, и как вам вообще эти все яркие оттенки, нравятся, не нравятся, что вам вообще неприемлемо для вас на волосах, а что наоборот вот так. Жду вас в комментариях, а я вас люблю, целую. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно это сделайте, потому что, знаете ли, пропустить что-то интересненькое, это значит быть не в курсе всех новых новостей. Люблю, целую, пока-пока.